Эй, Канария! Итак, всем привет, с вами Бояран, и сегодня мы начинаем играть в игрушечку Крутой Сэм HD Edition. Первая кровь, ёбарасота, понеслась, думаю, поиграем мы сегодня. Начнем, собственно, на крутом, давайте, почему бы и нет. Так, ну, Египет, правильно же? Да, Хатшепсут. Не понимаю, почему круто. Играем на крутом. Будем читать все потихонечку, помаленечку, как оно начинается. В самом начале 21 века археологи сделали потрясающее открытие. В принципе, вы можете сами прочитать, давайте почитаем. Под руинами древнейшей из известных цивилизаций были найдены следы другого, еще более древней, но удивительно развитой технологической цивилизации. Научные исследования, вызванные этим открытием, позволили человеку достичь самых отдаленных уголков Вселенной. Все шло хорошо, даже слишком хорошо, чтобы то продолжалось вечно. В 2104 году человечество подверглось бесчисленным атакам смертоносных монстров, прибывших из другого измерения. Люди боролись отчаянно, но оказались неспособны остановить появление всех новых и новых безжалостных тварей. Планета за планетой терпели поражение, наконец, из региона Альфа Центавры. Силы Земли были вытеснены обратно в Солнечную систему. Среди бесчисленных героев, отважившихся захватчиков настоящей легенды, стал Сэмюэл Стоун по прозвищу Крутой Сэм. Не единожды раненый, но ни разу не побежденный Крутой Сэм стал живым символом борьбы человечества с наступающей силой врагов. Но как бы храбро они сражались земляне, со временем им приходится отступать. Как много слов, короче, я не знаю, очень много слов. Попытки защитить вторжение Солнечной системы закончились провалом. Нападение на Землю может произойти в любую минуту. Человечеству угрожает полное уничтожение. Командование Земли решило использовать последний шанс. С помощью найденного при раскопках древнейшего артефакта ключ к вечности, загадку цивилизации можно отправить в прошлое единственного человека. С выбором кандидата проблем не возникло. Соответственно, конечно же, кого они позвали? Нас с вами. Они позвали уничтожать врагов, выигрывать всех, убивать. Дейр Аль-Бахари, Египет, 1378 год до нашей эры. Давайте посмотрим. Чем мне нравился Сэм, это всегда крутой музыкой. Вот наикрутейшая всегда музыка в этом. Оп, я вижу секретик. Вон видно, секретик уже видно. Там, ты не заметил? Там секретик. Там ракетница уже есть сразу же. Играем на крутом, пытаемся, не знаю. Будет жопа гореть, я чувствую, очень сильно будет жопа гореть. Но мы попробуем, постараемся. Кстати, я таймер не включил. Все касцены посмотрю, вообще все касцены посмотрю, давайте. Будем смотреть, будем полностью, знаете, полностью погрузимся в атмосферу Сэма. Это, кстати, мы, это мы, нас ментал призывает, не помню. Да, вот они мы, HD Edition, между прочим. Ха-ха-ха-ха! Как, кстати, по звуку? Звук вроде нормальный. Так, давайте вот... Настолько большие текста мы читать, наверное, не будем. Мы почитаем про врагов, по оружию, вот это все почитаем. А здесь ставьте на паузу, читайте, наслаждайтесь. Так, подсказки враги, оружие. Окей, оружие. Собственно, армейский нож. Обычный армейский нож с односторонней заточкой служит инструментом и бесшумным оружием ближнего боя. Примечание. Тихо подкрадываемся сзади и убиваем мелких врагов. Вот такой вот нож. Что у нас еще? Шофел 45-го калибра с ТМВБ. Не знаю, что такое ТМВБ. Точная копия модели Шофилда для кавалерии образца 1875 года с улучшенной точностью боя. Крепкое и надежное оружие, хотя не всегда эффективное в бою из-за низкой скорострельности. Данная модель оснащена небольшим техномагическим устройством восстановления боеприпасов. Вот МВБ, потому что он, сука, бесконечные патроны, я бесконечные, я помню. Не можно вообще всю игру пройти. Трофей захвачен в боях с силами ментала. ТМВБ обеспечит неисчерпаемый запас патронов, о чем я и говорил. Кольт полезен в качестве последнего средства обороны, а также для уничтожения слабых врагов в дальней дистанции. Примечание. Может применяться вместо системы наведения Inner Tank для точной стрельбы для больших дистанций. Итак, вспоминаю. О, твою мать! Это очень быстро. Очень быстро. Бля. Ну это нереально быстро.
Я не схуй. Вот это нормально. Все, давайте. Врубаем музон и погнали. Давайте я по всем секретикам пробегусь. Все секретики. Все секреты. Нужны все абсолютно секреты взять. Если мы сейчас... Вот там вот дерево. Вот там. Вон, видите, вон там дерево. Я, кстати, забыл, как приближать. Как приближать? Не помню. Клавиатура, наверное. Открой клавиш. Вот так. Мышь. Говорить с А, ну это для этого. Как приближать? Бля, это не то, вообще не то. Да, абсолютно. Ну, видимо, он не приближает в этой версии. В этой версии, видимо, не приближает, не знаю. Ладненько, короче. Окей. Ладно, все, побежит. Все, нам нужен музон. Не хватает музона. Он должен появиться в скором времени. Так, надо вспомнить, F5. Нет, F6. Да, F6 сохранение, окей, все. Сейчас, короче, должны демоны появляться. Я помню, давненько я играл в нее. В HD-версию я играл только вторую. Но я думаю, если это зайдет, мы пройдем еще вторую. На крутом будет тяжело. На крутом посмотрим. Вот началось. Это будет очень медленно, это будет очень долго. Надо сбивать обязательно. Блять, ну на крутом это все. Это просто жопа у нас горит будет нереально. Если они к нам подойдут, это конец будет. Блять, их еще и тро. Четверо, серьезно? Блять, ну мы это очень долго будем стрелять. Очень долго будем по ним стрелять. Нет, ну надо было взять сперва кольт, скорее всего. Без второго кольта это очень долго. Это издевательство просто на самом деле. Это реально издевательство, это просто очень долго, это нереально долго будет. Блять, еще барханы эти добавили. Вот это внезапно было. Хорош. Давайте сразу читать. Сразу, чтобы потом не накопилось этого всего дня. Биомеханоид крупный. Описание. Биологический механизм, выращенный в биорезервах Ментала. Его генотип перестроен для выращивания биомеханических органов и бортовых ракетных установок. Напрямую подключен к его нервной системе. Атакует без разумия. Советы. Очень опасно. Старайтесь уничтожать его как можно быстрее. Уклоняйтесь от ракет, избивайте их в воздухе. Ладно, продолжаем. Блять, нам надо до дерева добежать. Я не помню, работает ли у них Friendly Fire, но могут ли они друг друга бить. Раньше не могли. Где там? Бля, где дерево-то, алё? Ай-яй-яй, где дерево-то? Ой, дерево-то, вон оно где. Это очень долго. Нет, походу на них не работает нихера Friendly Fire. Ну, конечно, естественно. Блять, а я попал. А, нет, еще не попал, окей. Ладно, мы это все-таки убьем. Мы их все-таки убьем. Раз начали бой, то надо продолжать. Можно, конечно, попробовать с ножа. Я не знаю, насколько это будет тяжело. Нет, с ножа мы убьем их быстро, а тут вопрос в другом. Просто тут будет в другом. Смогу ли я подойти к ним? Потому что они под себя начнут стрелять, это будет просто полный пиздец. Блять, ну это нереально долго. Вот, хорошо. Пойдем его на перо посадим. Ага.
Ой, бля, сейчас больно будет. Ой, больно будет. Замечательно. Нахрен, короче, их. Нахрен. Давайте сделаем так. Мы просто возьмем секретные жизни. Хотя, да в задницу. Серьезно, в задницу. Это очень много времени отнимает. Очень много времени. Распрыжечки тут, конечно же, нет. Убирать мы будем очень много. Умирать мы будем бесконечно много, потому что это уровень крутой, крутейший просто. Секретиков тут много, да. В этой игре очень много секретов. Как минимум там наверху, либо здесь снизу. Здесь есть разработчики игры. Кто не знает, чекайте. Ага. Сейчас бы еще открыть это. Сейчас бы еще открыть, соответственно. По-моему, во второй части была перезарядка. То есть ты, в принципе, мог перезаряжать револьвер сам, когда хочешь. Но это не точно. Не факт вообще. О, здравствуйте. Уроки чтения сегодня будут. Безмозглый безголовый ракетчик. Просто обезголовленный солдат Сириуса, восставший из мертвых при помощи ментала и управляемый на расстоянии с помощью устройства управления жизнью. Уже. Ракетчик держит собственную голову в руке, продолжая с ее помощью воспринимать окружающий мир. Стреляет одним магическим снарядом из ручной ракетной установки, не узим для собственных снарядов. Совет. Никаких сложностей. Вообще. Просто убивается на ура. Просто одним ударом ножа. Насколько я помню, да, он одним ударом ножа убивается. Ага, здрасте. Блядь. Сенс все равно большой. Сенс большой. Что? Он где? А? Здравствуйте. Безап. Здравствуйте. 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 Небольшое двуногое животное без головы с одним глазом и большой пастью. Происходит Сириусы и выдрессера на менталом для участия в боевых действиях. Самцы фиолетового цвета, они меньше размером и слабее, чем самки. Это самец Гнаара. Не имеет оружия дальнего боя, просто держись подальше, отдельные экземпляры могут не стать. Я помню, блядь, сенс большой, сенс все равно большой, очень большой сенс. Я помню, здесь есть второй револьвер секретный, а что-то я, о, вот, я же говорил, ну вот это не вовремя ты сменил оружие, оружие-то я не вовремя сменил. Собственно, все, давайте. Давайте начнем. Давайте сохранимся, Сохранение это важно. Сохранение, тем более на уровне крутом, это очень важно. Графончик прям хорош. Графончик хорош. Смотрите, что знаю. Показываю только один раз. Только один раз показываю. Опа! Красота! Вот ты знал? Это я понимаю. Теперь знаешь. Теперь знаешь. Где он? Самые бесячие в этой игре это... Бля, не помню, как ее открыть, но она открывается, я не помню как. Вот. Вот, здравствуйте. Да, вот. Вот о чем я говорил, собственно. Скелет Клира. Вот это самая бесячая хрень вот в этой игре, короче. Оживленный скелет представитель вымершей расы с планеты Клир, системы Альфа Созвездия Большого Пса. Обладает острыми когтями на передних лапах и длинным хвостом. Издалека мечется соединенные цепи металлические шары. Соединенные цепи металлические шары, да, все правильно. В ближнем бою работает когтями. Совет, уходи с линии атаки в сторону. Да, кстати, у нас оружие новое появилось. Ракетная установка, собственно. XPML-21. Экспериментальная ракетная установка XPML-21 предназначена для введения интенсивного огня бронебойными и управляемыми ракетными снарядами типа Инферно. Примечание. Эффективно против бронированных противников и больших скоплений слабых врагов. Не стреляет возле стены. А, ну, двустволочку. Стандартный двухствольный дробовик 12 калибра. Эффективен при стрельбе по врагам среднего размера на ближних расстояниях. При стрельбе на большие расстояния неэффективно кучество не снижается. Примечание. Низкая скорость ведения огня из ручной перезарядки неэффективна на больших.
Музон, вот в этой игре музон просто отличный. Давайте я еще оба. Ну серьезно, я еще оба, потому что это очень много. Вот даже сейчас много. Давайте. И то много. Вот серьезно, и то много. Блять. И то много, серьезно, это очень много. Очень большой сенс, я не понимаю. Ага. У нас уже есть такое. Вот отсюда мы поднялись бы. Давайте я вам покажу секретик все-таки. Раз уж мы играем по максимуму с секретами, я вам покажу. Я вам покажу. Просто, ну не все, наверняка не все играли в Serial Sam. Поэтому... Кто где? Где? А. Поэтому покажу. Вот они... А сейчас, кстати, можно все-таки взять ту секретную жизнь. Вот, здравствуйте, люди! Hello. Это, короче, разработчики игры. Их можно выпустить. За них, по-моему, не дают очков. Hello. Да, за них не дают очков. Но их можно выпустить и там что-то подобрать. Да, вот. Собственно, ракеты. Пусть гуляют, они не страшные, пусть гуляют, без проблем. Это такой секретик. Это разработчики Hello. Игры. Hello! Hello. Можете как-то на прививку забрать? Hello. Подожди. Hello. Бля, ты как-то можешь постоять на месте? Hello. Hello. Как-то вот сбоку бы. Hello. Hello. Идеально. Все, идеально. С этой стороны тоже у нас. У нас сегодня первая серия такая больше познавательная, чем экшонная. Экшон начнется, я думаю, со следующей серии, потому что в следующей серии начнется жара. Напоминаю, мы играем. Ну, открывайся. Нет, не хочешь? Тогда я, по-моему, сломать. Да? Вот! Вот оно. Здрасте, 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 да, всем здрасте. Здрасте, здрасте, здрасте. Hello! Мы уже нашли три секрета в одном месте. А можно, блядь, выйти как-то? Идите в сраку. Идите на выход лучше. Вот началось. Вот, вот, вот они всегда застрелят. Хеллоу, хеллоу, хеллоу. Давайте я пройду, пожалуйста. Можно я пройду? Вот эти мозги. Это ужас какой-то. Все, 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 все расслабились. Вот еще один. Здрасте, ребят, давайте я тут поставляю по вам. Очень большие мозги у них. Все, вроде со всеми разобрались. Сэф. Шестерочка. Я не знаю почему. Во всех играх F5, а здесь F6 почему-то. Я не знаю, с чем это связано. Но разработчики вот так захотели. F6 быстро сохранили. Быстро сохрани F6. Сейчас будет проще. Сейчас будет в разы проще. Мы потратим сколько-то ракет, чтобы быстро убить. Ну, потому что секреты надо взять. Секреты нужно брать. Мы играем на крутом уровне сложности. Тут надо брать секреты. Я не помню. По-моему, по 5 штук надо. Раз... Да, по 5 штук. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Песка. Ладно, последнего, я думаю, вот так завалим. Но будем отходить. Кайтим, кайтим, ёп. Кайтим босса. Да, первая такая затянутая у нас серия получится. А,
Ага, все хорошо. Ну вот, наконец-то, можно спокойно можно взять секретное сердечко. Узон прям хорош вообще. Ну, это мы читали, это мы повторять не будем. Читали, поэтому... Знаете, чем примечательно это дерево? А вот чем. Ага. Здравствуйте, девочки. Давно не виделись. Сперва убьем, потом почитаем. Это называется буст очков с первого уровня. Сразу жесткий буст очков. Куда бежать-то хоть? Да, все правильно. Ай-яй-яй. Ну это скучно, это не интересно, согласен. Когда начнется CQB, там будет веселуха. Я вжимаю мышку очень плохо. Я прям нажимаю мышку вообще пипец плохо. Все, мы выполнили все, что хотели. Начинаем, собственно, играть в Stealth. Stealth HD Edition. Зачем прерывается музыка, непонятно. Да, тут больше побегушка. А, да, мы хотели прочитать. Сцитийская гарпия. Клон существа женского пола, давно вымершей сцитийской расы. Гарпия выдрессированная для ближнего боя и обученная боевым заклинанием. Способность летать позволяет ей занимать недоступные позиции и атаковать сверху. Советы. Если гарпии летят в стае, делай из них фарш с помощью минигана или разнеси ракеты. Отдельных особей сбивай из дробовика. Дробовика у нас не было. У нас была только двухстволочка. И минигана у нас тоже не было, поэтому довольствовались тем, что было. Довольствовались двумя револьверами. И-ха! Это ковбой. Ковбой Мальборо. А пока бежим, просто наслаждаемся музыкой. В принципе, уровень подошел уже к концу. Буквально тут осталось забежать, по-моему, только в этот центр, и все, и конец. Я думаю, мы будем проходить по одной-две миссии, в зависимости от того, насколько будет тяжело, потому что на крутом я еще не играл. Только ради вас, все, играем на крутом. Пукан у меня, чувствую, бомбить будет очень сильно, потому что я не шибко любитель проходить игры на очень сложном уровне. Когда музыка начинает так играть, это означает, что где-то кто-то есть, и где-то кто-то хочет нас убить. А вот, собственно. Мы не получили ни одного урона за этот уровень. Да, если игра начинает врубать музыку такую живенькую, это значит что-то сейчас будет. Блять, да. Да. А я не хотел на самом деле. Пока кому-нибудь глаз не выбил. Здрасте, где ты? Я не хотел. Вот заговорился. Вот заговорился и проиграл. Я не хотел вообще получать урона на самом деле. Надо максимально много бегать просто с этим. О, это, короче, я помню. Это полоумный гранатометчик. Описание. Лишившийся разума солдат Сириуса, восставший из мертвых при помощи металла и управляемый на расстоянии с помощью устройства управления жизнью. Голова гранатометчика представлена к его туловищу, однако он продолжает воспринимать через него окружающий мир. В карманах имеет большой запас гранат. Будь осторожен, убитый полоумный гранатометчик. Полный штаны, короче, гранат у него. Это не возьмется. Полные штаны гранат. Откуда он их там берет, я не знаю. Он шары катает. Возможно, он кидает своими яйцами. Завтра, но не факт. Ну, здравствуй. Чё-то подозрительно. Да, крошка. Вот, здравствуй. Блять, вот это было внезапно. Это просто очень больно было. Вот она, пототень начинается. Вот начинается пототень, о которой я, собственно, и говорил.
Вот о чем я и говорил. Ты посмотри, они, сука, за два удара снесли мне больше половины хп. За два удара половины хп. Это вообще законно? Это получается, надо играть так, чтобы по тебе вообще, в принципе, никто ни разу не попал. Вообще, чтобы никто не попал. Просто это пипец. У меня аж нос зачесался. Нос просто аж свербит. Ну хорошо, мы прошли. Получено достижение. Крутой новичок. Мы с тобой крутые новички. Мы прошли первый раунд. Статистику. Но это мы читать не будем. Да, мы читать не будем. В принципе, у нас 200 тысяч. Я не знаю, много это или мало. Оружие, собственно, двух... Так, это мы читали. Давай дробовик. Дробовик. Одноствольный помповый дробовик 12 калибра. Эффективный для уничтожения мелких врагов на близких средних дистанциях. Небольшая огневая мощь, высокая скорость ведения боя. И враги, собственно. Ага, это мы читали. Самка Гнара. Когда мы ее... Возможно. Небольшой двуногий животный без головы с одним глазом и с большой пастью. Происходящий Сириуса выдрессил менталом для участия в боевых десантки зеленого цвета. Они больше размером и сильнее, чем сын. Не имеет оружия дальнего боя, просто держись подальше. Некоторые могут летать. Есть сообщение о гнарах невидимка. Да, и вот такой вот чувачок. Безголовый подрывник. А безглавный солдат Сириуса. Опять же этот уж замуж не втерпешь. Подрывник держит собственную голову в руке, продолжая с ее помощью воспринимать окружающий мир. Стреляет залпами по 5 магических снарядов из имплантированной в голову ракетной установки. Неуязвим для собственных снарядов. Совет. Никаких сложностей. Опять же, никаких сложностей. Ага, никаких сложностей. Охренеть можно было. Они... Что опять так быстро? Да, я помню. Опять нет? Он с одного выстрела меня сносит пол хп. Как никаких сложностей? Мне это сложно. Вот они, сука! Вот только ради этого стоит поиграть. Вот только ради этого стоит поиграть крутого сына. Это лучшее, потому что здесь... Бля, тихо! Алло! Это просто лучшие мобы, которые только... Сука, тихо! Я сейчас заговорюсь, запизжусь и, короче, умру. А умирать нельзя. Ну ладно, еще гарпи будет. Нет, не будет, окей. Вот они хорошо умер. Они вот с этой херни хорошо умирают. Ну ты посмотри тут, короче, прям на... Ладно, давайте еще. Вот это внезапно, вот это вот прям поздно, это же уровень крутой. Надо, короче, туда идти. Реально надо идти туда. Ой. Да умри ты, ёб твою мать! Это внезапно. Сука, а что так тяжело? А что так тяжело? Давайте я прочитаю про него. А что так тяжело? Сука. Бля, мы это читали, какого хера? Вот! Безголовый камикадзе. Это, сука, это самый гениальный вообще моб, который есть. Бла-бла-бла, уже же. Голова камикадзе разбита, поэтому склонен к самоубийственным атакам. Несет в каждой руке по бомбе, которую взрывает при ближайшей цели недостаточно расстояния. Взрывает сразу после смерти. Оружие дробовик. Я понял, оно не засчитывается. Блять, короче, надо вот так вот сделать. Все, вот это победная карточка. Хорош, умри, пожалуйста. Твою мать, ты что такой мощный-то? Это вообще закон? Это просто... Он одним ударом высек мне пол хп. Пол брони и пол хп. Блять, это первый уровень. Что будет на втором, я не представляю. Блять! Сука, ты что, дурак, что ли, вообще? Ты дурак сразу вот так-то, а? А почему они такие быстрые, мать их? За ногу. Они не должны быть такими быстрыми, алло! Они не должны быть такими быстрыми. Они меня догоняют. Они меня прям догоняют. Два. Хо-хо-хо-хо, чё так плотно-то? Откуда? А где? Откуда? А где орёт-то? Тихо! Сука, в смысле? Он, блядь, взялся. Он что, вот здесь за углом сидел?
Он серьезно. Блять, нет, 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 а я не сохрани. А я не сохранился, сука, я не сохранился. А о чем я говорю? Меня будет бомбить. Это пипец. Ладненько, короче, ребят, давайте на этом закончим на сегодня. На сегодня, чтобы не растягивать серию, будем где-нибудь по полторы, значит, может быть, по две серии все-таки будут. Что такое? Это мы все видели, потому что... Да, мы это все видели. Ладненько, короче, потно, потнюшечка начинается, жара жесткая. Че жара начинается, потому что это уровень сложности крутой. Ладненько. В следующих сериях продолжим. А пока, наверное, будем заканчивать. Так. Да, тут все хорошо. Запись-то идет хоть? Да, запись идет, все хорошо. Ладненько. Всем до встречи. Было приятно вас видеть. Залетайте на канал, на паблик ВКонтакте, на YouTube. Есть еще на Твиче стримы, но это не точно. Ладненько. С вами был Бояра. Все. Всем пока.